Привет всем, меня зовут Люся, и мы сегодня будем играть в Among Us. А вы ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мы начинаем эту игру. А у нас здесь оборотень, призрак 100%, 100%. Мы начинаем. 1, 3, 2, 1, 0. И ничего не получилось, потому что у нас покидает игру. Кто? Вот кто. Ехала, ехала и приехала. Очень долго грузится. Член экипажа, берегитесь двух предателей. У нас опять же паникер, как в тот раз. В прошлый раз я играла за паникера. Но потом я хотела за призрака доиграть, но так не получилось. Срочное собрание зачем-то. Для чего? Что надо? Что? Собака. Шо? Что такое? Какая собака? Какая собака? Кто предатель? Убей меня, плиз. Так ты сам нажал. Кик. Ну, понятно. Кик. Кик. Оказывается, кик. Пардон. Ну, мне все равно, как бы... Я не был в навигации. Пе-пе-пе-пе. Поши. Рил. Я не буду на это отвечать. Кстати, если нажать на эту кнопку, ничего не произойдет, кстати. Это уж слишком, мне кажется. Но я против него ничего, я воздержалась, ну ладно. Член экипажа не был предателем, потому что это за мной вообще. Зачем это делать? Я не понимаю. Связь мы заходим, скачиваем данные, настройка на улице идет, это вообще ужасно, мне не нравится. Знаете почему? Потому что заливают бетон, где уже заливали, да, вот недавно. Азуры покидают игру, мне кажется, кто-то из них предатель, но я не буду... Так, я паникер, да-да-да. Да что ж такое-то? Типсапис. Я... Так, я не могу понять, что это такое. Зачем это говорить? Вы чего? Ну, элегантнее нельзя быть, я не знаю. Розовый, если коричневый был. Черный это инженер. У меня мусор. Он не прыгал в люк, кстати. Я чист. Он выбежал за электро мне навстречу. У меня мусор был. Что КД? Чё? Кого? Перезарядка люка какая? Зароз. Я не убивала. Я не знаю. Мне все равно за кого. Потому что я не знаю, на самом деле. Вот он, мне кажется, паникер. Хотя я паникер. Но не знаю. Мне показалось 10-8. О, ладно. Кстати, кто интересно до зеленого? Член экипажа был одним из предателей. Интересно, кто еще один какой-то предатель, и все, и мы выиграем. Но это, кстати, потому что джентльмен странный какой-то, если честно. Возможно, тоже предатель. Да что ж такое-то? Так, он здесь вышел.
5, 8, 3, 44. А там кто? Опа. Серый. Ты серый, что ли? Ну да, там, я не знаю, они вот пришли к нам. Голубой пришел к нам. Кто еще пришел? Вот он, наверное, был. Я не помню еще, кто это был. А больше я не знаю. Я так люк прягнул. За серого нет. Нет. Ну, давайте попробуем. Если нет, то говорите. Возможно, он. А может быть, и не он. Возможно, и другой человек. Но посмотрим. Нет. Он там точно был. Нет. Нет. Член экипажа был одним из предателей. Все, мы выиграли. Победа. Я даже за паникюр опять не поиграла. И конец игры, как обычно. Все понятно. Давайте посмотрим. На-на-на-на. На-на-на-на. Ха-ха-ха-ха-ха. На-на-на-на. Ты паришься без... Здесь ты играешь, конечно. Второго как вычислили? Я тоже не знаю. Непонятно. Бежевый. Не знаю, тебя вообще не видела. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я видел. Ну, пусть видел, чё. Яньфэй. А, через побежал. Чего? Чего побежал? Мегамозг. У тебя IQ. Когда... Ой, мамочки. Вообще. Член экипажа. Опять я паникю. Но, может быть, мы хорошо выиграем. Давайте мы пойдем. Надо это вырезать, мне кажется. Да, вырежу. Я не хочу, чтобы там что-то слышали. Мама, не мама. Вот здесь кто-то был. Вот здесь кто-то был. Я же видела. А кто был, я не знаю. Да что ж такое-то? Зачем? Зачем ты не сказала мне безымянный? Безымянный. Черный из люка выпрыгнул. Могу скан показать. И... Я инженер. Та-та-та-та. У меня есть стероид. Нет, он был рядом со мной. Ровно поставить, даже если анимок нет. Чекните, плиз. Могу показать, стреблю. Так все говорят. Скип. Скип. Я не уверена, но я не знаю. Может быть, и он. Я за черного. Я скип. Ну, я за черного. Прости, джентльмен, если тебя увидели, хоть КД-10. Мы 100% не были уверены, потому что, видишь, 2, а должно быть 3. Мне кажется, что-то не так-то. Так, один предатель ушел, получается, да? Так и есть. Ай... Как же я не люблю, когда заходят люди. Я не люблю, вот не люблю и все. Не раздражает меня все это. Хочется просто запереться, и чтобы никто ко мне не заходил. Так.
Я всегда так делаю, странно. Так. Ай. Так, О2 нам надо. Опять его. Понятно. Грустно. Склад. И опять же интересно, кто может быть предателем? Я вообще не понимаю, кто. Да. Кстати, классные вот эти штучки. Красненький такой. Как собачка. Так, кстати, желтенький тоже. Ай, спать хочу. Он, по-моему, инженером был. Бежевый сканился. Да, Карл был близко к трупу. Я стреляла. Скип тогда. Ага, скип. За белого. То, что он странно скип тогда. Так, я зарепортила. Я за белого, потому что, знаете, в чем проблема-то? Он сказал, я за скип. Почему? Прикиньтесь, еще два предателя. Было же три. Возбуждать душу улетел. Или ушел. Ой, что-то у меня вообще так спать захотелось. Так. Обнаружен труп Викса. Голубой анимак нет. Желтый фиг задание делал. Но я, кстати, думала о нем. Я думаю, что белый и желтый. Это Лися. Я не знаю. Давайте попробуем за желтого. Ну и белый, кстати, тоже. Анимак нет, мусор не будет видно. Да это понятно. Мне все равно было странно, что желтый и белый какие-то они странные. Я не знаю, джентльмен вышел из игры. Ой. Это Лися. Никто. Возможно, еще вот это. Та-та-та-та. Ай. Никого не выбросили. Ничья. Давайте админку пойдем. А, подожди, в админке что? Ой, нет, это странная карточка. 7, 3, 8, 5, 2. Это белый. 100% я уверена. Это белый, да. Это белый. Это белый. Сейчас я посмотрю. Нет, за мной не беги, белый. Я не хочу с тобой бежать. Так. Так, давай. Pull hold. Pull hold. Белый. Желтый. Нет, желтый здесь ни при чем. Я думала, что желтый. Желтый нет. Белый. Кто здесь? Так, ничего нету. Здесь ничего нету. Мне кажется, что мы сейчас... Никого нету. Ага. Но это уже там. Это я не знаю, кто может быть. А еще желтый здесь. Охана. Еще в электро.
В электро тоже желтый лежал. Я не... Возможно, это пикми. Это пикми, может быть, это пикми, возможно. А возможно и нет, а возможно белый. Я без белого. Нет! Да просто пошутила, чё? Серьезно? Два предателя за пикми. Интересно. Вариант событий. Не был один из предателей, это был белый. Уф, как воняет. Знаете, чем воняет? Я не могу. Здесь вообще ужас какой. Как будто мы сейчас загазуемся здесь везде. Смотри. Рыжий здесь. Так, серый здесь. Вообще воняет, знаете, чем? Как будто... Фу, я не могу, извиняюсь. На улице вообще ужасно. Надо закрыть окно. Это белый, это белый. Или кто? Где? Я на тебе жучок поставил. Ну давайте попробуем для серов. Я-то здесь при чем? Я не знаю. Может быть вообще тот, который... Как ты оказался в навигации с админа? Лися. Казана, Лися? Ти-ти-ти. А может быть Гверти? Я даже не знаю. Ой, как это вообще возможно, да? Сейчас будет... Что у нас будет сейчас? Был один из предателей. Нормально. Тогда Кверти, может быть, не... Получается, у нас остался один из предателей. Это белый. Это белый. Так, как Кверти, ты чё? Кверти, ты куда побежал? А, ты здесь. Так, а он где? Куда он побежал? Так странно, это очень странно. Ну и чё? Ору. Зачем это сделать? Типа белый. Возможно, белый. Белые... Ага. Белый с рыжим.
Мы так долго будем делать. А почему никто не выполняет задание? Где рыжий? Мне кажется, белый с рыжим, да? Белый с рыжим. Белый с рыжим, белый с рыжим. Нифига. Вот и зачем? Зачем? А, ну все, мы проиграли. Зачем? Так делать, я не пойму. Ну все, это проигрыш у нас. Ну давайте заканчивать. Чё. Ну какой-то белый странный. Серьезно. А подождите, он не вышел? Подождите, а рыжий где? Нет, ну вы что, издеваетесь, что ли? Я не пойму. Все, хватит. Белый. Все. Потому что... Другой вышел. А бежевый увидел другого. Я выполнила задание. Бегала с вами. Ну как хочешь, я за белого. Ну все, мы выиграли. Было один старый датель, я так и думала. Вот я тебе говорю, я всем говорю, что это белый. Ура! Хороший. Почти. Ангелы, отличная работа. Pick me. ЗП поднимаю. Мега хороши. Я все время убить не мог. Ангелы защиты бесконечно ставили. Ха-ха-ха-ха. Но все равно, мне кажется, сейчас, кажется, все равно ты бы не вывез, вывез, не знаю. Дай, пожалуйста, красный, я тебе 100 миллион рублей дам завтра. Ха-ха, как смешно. Как смешно. Мне нравится красный, я люблю красный. Мне... Красный, можешь подняться. Ха-ха. Было бы так все просто. Было бы все так просто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я предатель. Скверти даже. Я обычный предатель. Я так не хотела. Он ушел, смотрите.
Нету, ну-ка. Странно, да? Я обычный предатель. Нет, здесь три человека, здесь невозможно. Все, там срочное собрание. Трупы не найдены. Чего? Голубой. Голубой? Где? Не поняла. Чего? И я это голубой заданиефиковал. Почему? Анимок нет. У нас анимок нет. Голубой? Я не против за голубого. Он ластером типа стрелял. Не скип. Не скип. Я за него проголосовала, поэтому мне все равно. Меня астероиды чекните. Скип. Он сказал, он не скип. Ладно. Серьезно. Член экипажа Маратко не было предателем, потому что вы не слушаете, что не было анимки. Ладно. Ой. Нет, убить. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Надо было третьего предателя. Кто? А я не знаю. Красный. А чё это я? Я освещение чинила. Давайте я против кого. Оранжевый первый убийца. Я чекну. Да. Зачем я спалилась? Не надо было спаливаться. Ладно. Будем, как будто мы не палимся. Мы не палимся. Как смешно. Ты что делаешь, желтый? Нас палишь. Так, что делать? Чё это? Да вы чё? Так. Алло. Сирень видела мой мусор. Я видела коралла. Ну давайте запикми.
Яйцо коралловое. А раньше сколько раз повторять, что нет анимок? Ну давайте закончим. Ну это вообще смешно. Коралл, ты дебил. У меня был мусор, астероид. Гверди. Гверди. Они хотят меня убить. Ах, вы коты. Член экипажа Pick Me Girl не был предателем. Мы выиграли. Та-та-та-та. И мы на этом закончим. С вами была Люси. Всем до встречи. Всем пока. До скорой встречи. Пока-пока.